Вот, заезжаем в четвертый дом. Это четвертый, пятый дом. Вот который углом стоит. Четвертый, пятый дома. Вот площадка ихняя. Это уже пятый дом пошел. Вот там стоит седьмой дом, магазин Жан-Алык. Сейчас мы туда подъедем. Правда, он не такой, как раньше. Сейчас страшненький магазин. Вот он, это седьмой дом. Магазин Жан-Алык так и остался. Здесь половина магазина детские игрушки. Вот здесь на углу стоял киоск «Союз печати», где газеты, журналы продавались, марки продавались, где сам от марки покупал. Вот на этом углу. Это детский садик вместо 12-й общаги. Это десятый дом. Кто просил снять десятый? Вот десятый дом. Вон ворота в школу там. Это восьмой дом. Вон перед шестым домом садик «Ласточка», который был. Сейчас там гостиница, сауна, бордель, короче.